Здравствуйте, с вами канал NameDB. Гороскоп для знака Лев на июнь 2021 года пророчит массу возможностей и перспектив для дальнейшего развития в трудовой сфере. Главное не лениться и не бояться экспериментов и перемен, и тогда многие мечты могут воплотиться в жизнь. Благоприятными днями будут 6, 13, 20 и 27 июня. А с гороскопом для знака Лев на каждый день вы можете ознакомиться на нашем сайте. Ссылка в описании. Советы астрологов. В июне 2021 года смело бросайтесь в водоворот перемен. Необходимость что-то менять в жизни возникнет сама собой. Не отказывайтесь от возможности заняться тем, о чем давно мечтаете. Дух новизны пробудит в вас новые таланты и придаст сил для новых побед и достижений. Будьте готовы к тому, что на работу будет уходить большая часть времени. Работа в команде в этом месяце окажется более эффективной. Это ваш шанс проявить свои лидерские качества. Сделайте все возможное, чтобы прийти к цели и не разочаровать людей, поверивших в ваш профессионализм. Июнь благоприятен для реализации ранее незавершенных проектов, для делового общения и возобновления продуктивного сотрудничества с важными партнерами. Не бойтесь предлагать собственные условия сотрудничества, чтобы они были максимально выгодными для вас. Работа и карьера. В начале лета сфера общения займет ведущие позиции в жизни Льва. Вам предстоит активное сотрудничество с деловыми партнерами и коллегами. Будьте готовы к возобновлению давних партнерских отношений и налаживанию новых деловых связей. Трудовой гороскоп для знака Лев на июнь 2021 года пророчит глубокие разочарования в деятельности некоторых компаньонов или коллег. Не исключены предательства и интриги с их стороны. Если не хотите громких скандалов, продолжать сотрудничать с такими людьми не стоит. В этом месяце у Львов появится шанс проявить себя в качестве лидера, правильно организовав работу коллег. В июне этого года больше всего повезет гениям науки и техники. Без поддержки фортуны не останутся творческие львы, бизнесмены и предприниматели. Это идеальное время для воплощения самых неординарных и смелых идей, способных круто изменить вашу жизнь. Финансы. Новый виток в трудовой сфере львов положительно скажется на их материальном положении. Продвижение по карьерной лестнице может способствовать увеличению графы доходов. Однако, чтобы все это получить, придется выложиться на 100%. Финансовый гороскоп для знака Лев на июнь 2021 года предрекает новые возможности для увеличения прибыли. Доход может приносить не только основная сфера деятельности, но и творчество. Главное, не бояться демонстрировать свои таланты другим людям. Семья, любовь и отношения. Июнь 2021 года благоприятно скажется на личной жизни семейных львов. Это период спокойствия, когда ничто не помешает вам сплотить всю семью. Период, не предвещающий ссор и конфликтов. Можно всем вместе отправиться в путешествие или порадовать родных не только заботой и вниманием, но и небольшими подарками. Любовный гороскоп для знака Лев – на июнь пророчит благоприятное положение дел в амурных делах влюбленных представителей этого знака. Астрологи советуют делать акцент на милых и романтичных проявлениях чувств нестандартными способами. В этом случае можно смело положиться на богатое воображение львов. В этом месяце далеко не все одинокие львы смогут обрести личное счастье. Не стоит сильно переживать по этому поводу, поскольку совсем скоро появится еще больше возможностей обрести свою вторую половинку. Пока же можно флиртовать в свое удовольствие и весело проводить время с приятными людьми. Здоровье. Июнь 2021 года потребует от львов высокой физической и умственной активности. Работы будет столько, что терпения и сил понадобится гораздо больше, чем раньше. Однако энергетический запас будет настолько велик, что проблем, связанных с усталостью и бессилием, бояться не стоит. Гороскоп на июнь 2021 года пророчит львам отсутствие серьезных проблем со здоровьем.
Однако заниматься его укреплением никто не запрещал. Постарайтесь найти время для спорта, чтобы избавиться от пары лишних килограмм и привести себя в идеальную форму. Верьте в лучшее. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь и нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить новые ролики. А с вами был канал на MDB. Спасибо, что вы с нами, и до встречи!